Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сейчас я обклеиваю печку плиткой, матовой плиткой. Хочу затронуть вот какую тему. Допустим, вот этот уголок, он идет для гипсокартона. С уголком намного удобнее угол заделать уже. Его правильно выставил по уровню. Замазал его изначально по уровню. И дал ему буквально час, чтобы он схватился. А потом вы уже можете угол ложить. И у вас будет ровный угол. Потому что уже сам уголок уже по уровню стоит. Туда, ну вот весь он, да, так стоит. Тогда вы уже плитку можете... Когда будете уже делать, ложить, вы уже видите, плитка под каким уклоном лежит. Вот. Ну, соответственно, у вас потом угол будет ровный, идеальный. Еще какой момент есть. Здесь вот... Здесь плитка, она не совсем дорогая, поэтому у нее размеры разные по высоте. Или по... Буквально там... Доли, ну, не то что микромиллиметров вообще. Поэтому вот здесь мне пришлось уже бумагу подложить. Потому что вот, чтобы идеально было ровно. Еще какой момент. Что касается заклейки этой печи, то есть это облицовка плитки, да? Воздуха здесь вообще не должно быть. Между кирпичом и плиткой. Так как воздух плохой проводник тепла. Поэтому здесь вот раствор вообще плотно ложите, чтобы потом теплоотдача была намного эффективнее. Вот. Так. Вот. Вот это я поверх сделал, получается, там в первом видео у меня есть. Это я обложил кирпичом, потому что самый жар будет непосредственно здесь. Все тепло это будет в кирпиче аккумулировать. Это я, получается, кирпичи положил прямо на этот, на плиту чугунную. Ну, соответственно, у меня кирпичи нагреются, и тем больше кирпичей, конечно, положите, тем лучше. Соответственно, они будут дольше остывать. Ну и тепло будет, ну, нагрев помещения будет такой постепенный и надолго. То есть уже этой глыбы до завтра она уже будет теплая, если, допустим, прогрел ее хорошенько. На завтра еще должна быть теплая. Ну вот такой вот момент. Я потом вам видео сниму, как она топится, как горит. Ну на этом все пока, ребята. Всего, до встречи, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, будет много интересного.